Вторая попытка у Бакстера, и вот фраер сдаст назад опять. Это я на YouTube заливаю, если ты не можешь посмотреть. На YouTube, там, на Boosty, хуюсти. Вначале обычно заливаю на Boosty, потом там через неделю на YouTube. Какой-нибудь такой прикольный контент. Делайте ваши ставки, дамы и господа, блядь. Кто кого поборет, ёпт. Оп. Ракета на Мегу сразу. Тут с гвоздями нападет. И сферу кинет. Ай, сферова, басака. Машинкой. Заделей. Заделей чуть-чуть. Понял. Машинкой покоцай. А этот сразу атакует, не боится его. Напрягает постоянно, видите, Бакстера. И Бакстер в ахуе. Нельзя выходить, подожгут к хуям. Все, можно убивать. Он подошел впритык же, сферы нету. Блять. Ай, блять, ну что ж такое-то, а? Какой же это все-таки секунд? Ебать шафт. И опять выходит. На, все минус. Так, когда я научусь эти ракеты попадать? Блять, никогда, потому что 2-0 уже. Выходи, пизду. Я ракету мою подобрал. А, да ладно, так можно было? Ты не знал, да? На. И то есть Килсон наглеет, он видит то, что жестко перестреливает, сейчас зажмет его здесь. А на шафт почему-то не пошел. Да кого ты, блядь, хуйню ты делаешь, ёптать, поэтому тяжело. Вниз упади на... Понял. На. Ой-ой-ой, блядь, вот сейчас красный забрать и просто разъебать голову. Он опять сяськи-масяськи делает. А красная? Что-то пытается тут пукнуть. Всегда меня запирают на хэвике, блин. Ну, блять, возьми три болта, а то хуяривай его. Хорошо. Атакуй. Ну, пройди на ракету. Вот. Убивай! Шотган! Хорошо, добить! Давай, хорошо. На красный беги, блять! Оставалось еще 100 на 100. И он нихуя ничего не делал. Спасибо большое за донат. Он на 3 болте. Сейчас на ракету проползет. Вон, сфера сейчас в ебло. Чекайте. Просто... Ай, блядь! Ай, машиночкой! Там нету хп! Откуда там хп? Алло! Это пизда. И опять отдает... Он телепорт заходит на 3 болта, опять идет. Шафт нахуй не нужен. Имбовый шафт. И как бы он не нужен. Тотема просто так, хуй пойми, куда кидает. Сейчас шафт. Шафт, пожалуйста, забери. Потом слева армор, потом красная. Хорошо. Красный, потом на мигу. Иди, пожалуйста, что-то делай. Блять. Это забей. На въебло. Не надо сюда уже идти. На-на-на-на-на-на-на. Хорошо, армор. Шафт, пожалуйста. Сейчас сфера и рокет ебло. На. По моим подсчетам, у него не должно было остаться ракет. Вы прикиньте, что в голове у чувака... То есть надеяться, что у соперника не останется ракет, блядь. Блядь, как такое можно пиздануть вообще, нахуй? Как он так вышел быстро? Как, ногами, ёптать. Это прям ракеты остались просто. На. Бля, он вообще не понимает, что происходит. Машинкой. Забейте. Машинкой, пожалуйста. Машинка больше издалека бьет. Алло. Легче попасть. Все, затюкали нахуй. Я просто не понимаю движение его. Ну ладно. Килсон, бля, сейчас с 20 хпами пошел, блядь, сюда пиздиться. Мига.
внезапно, мигая, я скажу тебе да. Rocket Jump. Не, он... Красная. Шотган. Ебать. Ладно, на ракете здесь респаун будет. А, нихуя. Заебись, вода. Нормально. Забрал все прям в атаку, пожалуйста. У тебя, у него сферы даже нету. Ну, сейчас сфера уже, наверное, катил. До конца, до конца. Хорошо, изи. Вот. Еще сферу проебал. Пореспам. Ну да, блядь, 60 шафта, иди, подойди впритык. Все, мигая. Выйди, блядь. Выйди нахуй в окно тогда. Если... Ебать, блядь. 100 на 100 было. 100 на 100 было, не пошел драться, блядь. Еще до этого накоцал машинкой, нахуй. Все, красную. Хотя бы сейчас после красной в атаку пойдет. Вот сейчас. Ну, напади. Он на том арморе. И он боится, смотрите, что делает. Ебать. Мигая. Мигая. 36. Забираем. Где он, блин? На дуге. Где он? Возле красного уже. Вот он. Не, забей. С имбовым шафтом. Пиздец. Он его крутит просто, блядь, как хочет. Ну все, я опять по подвалу. На, въебло. На. Да, ну это бред. Понимаете, в чем дело? Вот так. Эта ракета, в которую он попал, она нереальная. То есть ты не можешь вот так быстро в лицо ее поставить. Понял. Тогда понятно все. А какая реальная? Просто она нереальная была, он не мог так быстро ее поставить. Ракету поставить надо было сначала. И он давит его просто. Дави, говно. Ну, пиши ГГ уже, ёпты. Давай погнали на следующую, нахуй. Просто Килса не боится, он чувствует то, что тип проседает. И начинает его давить. ГГ. А так ракета нереально. Не понимаю звуки, не понимаю движения, вообще ничего не понимаю. Но зато понимаешь, что... что... Ага. Но зато понимаешь, сколько ракет у... секунду происходит. Сколько типа у ракет... у противника ракет осталось. Такое я, блядь, реально первый раз слышу. Рейли. ДМ6. Какие пики? Пики точеные. Как объяснить? Непонятна логика его, точнее, ты понимаешь, что он делает, но ты... Ну ты? Дно ёбаное. То ну. Ли из-за стрельбы, то ли еще за чего-то, то ли из-за плохих движений, из-за плохих перемещений. Ты постоянно где-то вот на доле секунды, ты постоянно просираешься везде. А-а-а. То есть ты делаешь какие-то выпады, и тебе вот постоянно... Какие нахуй выпады, блядь? Ты просто убегаешь от него, ёптать. Выпады, блядь. Непонятно почему. Я ебу, блядь. Надо же такой вот пиздануть. Я не к тому, что типа я должен Килсона разваливать. Не к тому, что... К тому, что непонятно. Так, слэшку, да, отдал? Ну, сейчас слэшкой вообще начнут пушить этого Вайзера, нахуй. Ну, звуки, конечно, да. Чувак подобрал машинку, и ты не слышишь... А?
дальше звуков нет. То есть он подобрал машинку, улетел, и следующий звук где-то здесь. Улетел, но обещал вернуться. Понял. Подойди ко мне. Накоцывай машинкой. Вот сейчас накоцывай, пожалуйста. В смысле, блядь, бред? Ты с просветкой видел, что, блядь, хуета это летит на ракету? Это, говорит, бред. Ты опять обоссался просто побежать вперед, нахуй. Бред. Блядь, как такое возможно нести такую хуйню? Машинкой тюкай. Сейчас разъебут ракетой. Внизу армор. Шафт, внизу армор. На, не... Пошел. Блядь. Даже... На, пинус. Звук, я услышал, что он упал. Куда, блядь, упал нахуй? С кровати, ёптать, ночью? На него, давай, давай, давай. Ну! Сейчас в спину нахуй. Внизу армор, потом красная. Один хп. Ну красную забери, потом атакуй. Он же тебя крутит, ёптать, как дурачка ебаного. Он специально это делает. Просто красную забери, блядь, ту ебень. Он, блядь. Просто задержал Килсон его, блядь. И сейчас заберет спокойно мигу. Ёбаный в рот. Насколько же, блядь, бабу-бабу играют в эту игру, сука. На ракету надо было... Так. Надо было за рейлом сходить. Как ты, блядь, сходишь, ёптать? И все, ты в подвале, блядь. И то есть Килсон теперь... Ебать просветка, а нахуя она нужна? Чтоб вот так... Вот так просто пробежать по низу? Куда? Блядь. Быстрее. Нельзя сюда... Да как я не успеваю, то я не понимаю. Блядь! До потому что, блядь, у тебя мозговитка, ёпта, защемление в мозгу, нахуй. На, еще. Все, конечно. Килсон нападает, шафтом разъебывает голову тупую. Смотрим. Ну это ладно, там ножки могло видеть. Какие ножки, ёптать? У тебя, блядь, вообще там, нахуй, коровья, ёптать, ножки. Та-та-та-та-та. Сейчас в спину, чекайте. Врывается. Хорошо. Вот почему так ничего... Ой, б... А сейчас что? Ну... Проскользнул. По-моему, поплыл. Куда, ёпта, ты поплыл, нахуй? На другой берег, блядь. Ебать. Вот опять, я даже не знал, что он там. А как ты можешь знать, если он там не слышно, блядь? За семью стенами, нахуй. На. А сейчас ты услышишь? То есть ты бегаешь по карте, ты думаешь, что тебя не слышат, а ты должен слышать. Понял. Хорошо. Понял, принял. Сейчас руки джамп Килсон делает. Ну, даже не сделал. Сейчас врывается. Вот, сейчас на переключение поймал. Все, врывайся. Это что за обманки такие? Ну, на него напади, ты попал 100 дэмэджа. Еще 100 дэмэджа. Нападай! Там слэшка. Эй! Блядь. Потому что ты прыгнул. А если бы ты пешком пошел, ты бы убил его. И впритык ты включил шафт. На. Так, ну врывайся с машинкой. Тебе надо уже что-то делать. Ой, блядь, да не достанет пипетос твой, нахуй. А... Флэш от этого? От чего? Она пролетела. Не было флэша. Ну потому что, блядь, это ты стрелял? Я ж прям по бортику сделал. По бортике, ёпта, только ты можешь сделать, нахуй. На, с такой игрой, блядь. Не... И с 40 хпами мы врываемся. Вот она! Атака, блядь! На. Сейчас подрейлит, чекайте. Ну, напасть! Напасть, блядь! Хорошо. Шафт! Да шафт, блядь! Нормально. Осуждаем.
Хорошо, на шафт. Пожалуйста, машинка, затюкай. Опять вы видели? Вы видели, как я стенку нахуй лбом протаранил, блядь? Ой, блядь, просветка. Давай, подрейлить. Хотя бы просветка, ради Христа. Но. Хорошо, шафт. Сразу врыв шафтом. Это идеальная ракета называется. А-а-а. Понял. Как такую хуйню можно нести? Я не знаю. Поддержка, ёптать, нужна с воздуха, нахуй. Идеальный, покажи ракеты. Вот она. Хуяк. И еще одну. Залетай на джапад. На, в спину рейл. Привет, Сашка. На. Вот он. Ну-ка. А-а-а. Ну, машинкой. Блять, ебать его в рот. Как ёжика, ёптать. Гоняю, как вот и реально, ёжик в тумане. Ну, залетай на джапат, уже все, уже нечего терять. Уже, блядь, какой же ты секундя, ёбаный в рот. На. Гениальное решение. А как ты, блядь, хотел попасть? Ты хотел 600 шафта ебануть или 5 ракет? Я не понимаю, что он тут хотел. Вот, 21 попал, ну. Классные звуки в игре. Понял. Так. На. Да, сплэши не летят. Ага. На. Вот я поэтому не хотел Килсону слэшку давать, потому что ты не можешь ничего сделать в плане остановки ее. То есть он просто летит на слайде, и ты ничего не можешь сделать. А, понял. Так, блять, надо выходить на свои остановочки уже пора, давно. Вот, видите? Вот, разница. Да. Так, какую? Ну-ка давай, какая разница? Большая разница. Блять, что он несет нахуй? Я просто охуеваю! То есть я еще даже из-за угла не вышел, и меня уже коцает. А-а-а. Когда я спамлю ракеты туда, почему-то... О! Так можно было? Я слышал шафт. Ну, ты слышал шафт, и что? Как гудит. Ебать, фляга свистит! Но самый сегодня комментарий меня от него убил. Я думал, что у него закончатся сейчас ракеты. И поэтому я атаковал его. Как такое можно быть... Моя первая ракета. Первая ракета на соточку. Так. Хорошо, шафтом врываемся. На, нахуй. Пизда, руки в разные стороны, нахуй. Поднимай руки. А, да? Ну ладно. Уже лучше. Уже лучше, ёб, кстати. Даже Вайзер, ёб, подъёбывает, блядь. Сука. Я не хотел давать Килсону слэшку, видите, что получается? Поэтому я ее отдам. Ну? Вот он. Да. То есть у меня рейл попадает, меня прям скидывает с бортика. Какой нахуй? Ты ракеты видел, какие ты запускаешь, ёпта? 6 звезд сбил, блядь, уже нахуй в небе. С такими ракетами, блядь. На. На нахуй. Ладно, GG. Да, да, ну ладно. Спи с проёбом, нахуй. Ну вот такого вот результата.